Дорогие болельщики, вот настал час расставания. Спасибо вам за вашу поддержку. Сильно и зрелищно нас поддерживали. Вот. То, что дарили нам кучу эмоций. Всегда были справедливыми, критиковали, когда нужно было, и хвалили. Ведь мы прошли довольно долгий путь вместе. Он был разный, были и взлеты, и падения, но мы достигли того, к чему шли. Мы вышли в премьер-лигу. К сожалению, да, получилось так, что нас не получилось нам остаться там. Но я думаю, еще новые победы впереди. Вот, и Енисей обязательно выполнит ту задачу, которую поставили перед ними, перед игроками, и Енисей вновь вернется в элиту российского футбола. Да, я здесь вырос и рос как профессиональный спортсмен благодаря Енисею. В моей памяти останется много великолепных моментов. Я хочу сказать спасибо этому клубу за все то время, то, что я провел здесь. Теперь наступает новый этап в моей жизни. Но Красноярск и Енисей всегда будет в моем сердце. Я обрел здесь семью, я обрел здесь свой второй дом. Ну и хочу пожелать Енисею в этом сезоне добиться как можно больше побед, новых успехов и выполнения поставленной задачи. Hyundai.